Сьогодні ми дізнаємось, які ідеї є у наших містян щодо законопроєктів України та наскільки вони демократичні. Спільна думка про те, що владу потрібно дати в руки громадянам, які краще знають, як з нею впоратись. Дізнаємось детальніше. Ростик, що ти хотів запропонувати? Нічого. Мені тяжело сказати, це треба сісти, подумати і вирішити, що для тебе найголовніше. А так, проблем багато, вирішати їх треба. А які ви зміни бачите в законодавстві нашої країни? Ніяких. За постановою Верховної Ради кожен громадянин зараз може запропонувати свій законопроєкт. Якби у вас була така можливість та ідея, що ви запропонували? Законопроєкт. Я навіть не знаю, що вам сказати зараз. Щось придумати. Та мене начебто все влаштовує, так то, тому я навіть не знаю. Навіть не знаю. Можливо, якісь ідеї або побажання до власної країни або навіть міста? Я навіть не знаю, чесне слово. Законопроект? Я навіть не знаю, чесно. Не знаю, це треба сидіти і думати, а не так. Також серед опитаних знайшлись автолюбителі, які озвучили теми, які їх турбують. Не знаю, ну, щоб, може бути, автомобілі нам дешевле заходили в країну. Автомобілі з Європи спростить везення, розмитнення, тобто зробити там дешевше мито. Все одно це буде возитися, це будуть якісь схеми, це як, щоб з цими схемами боротися, просто як можна просто всі схеми узаконити, і все буде добре. Щодо освітлення на автомобілях ксенон, заборонити встановлення нечинним образом, лічином незаконних освітлювальних приборів, в частності ксенону. Я думаю, що слідує все-таки відмінити таку бішену розтаможку за машини з євро-номерами. Ну, щоб, виходить, з Євросоюзу, ну, машини розрішили нам, щоб можна було приганяти. Розтаможка дешевле була. Отже, не все втрачено, та й інші містяни мають чудові ідеї. А ви знаєте, мабуть, красивий зелений город. Знаете, у нас такий город самый красивый, самый зеленый, но лучше еще можно улучшить его. У нас есть много мест красивых, то улучшить сам город. Потому что если взять отдаленные районы и их привести хотя бы, ну, не надо идеальный порядок, а просто то, что есть за основу и улучшить, то мы будем вообще самым красивым городом мира. Ми б хотіли, щоб тут навели якийсь такий більш порядок, щоб тут було чисто і екологія була трошки чистіша. І щоб було нас... дитячих майданчиків. Та їх і так багато, безкоштовних. Упрощення все-таки бухгалтерського учету, налогообложення, вот, щоб це як-то вот все працювало, розумієте, і щоб всі платили налоги. І ніхто від налогообложення не уходив. Незважаючи на те, що у деяких респондентів були законотворчі ідеї, інші виявились не готовими до наших запитань. Про що це свідчить? Громадянам чи городянам давати таку можливість, це таки тут треба вибирати поміркований шлях, тому що, будемо говорити, багато наших людей поки що не готові для того, щоб надавати їм такі можливості. Я б сказав, би, треба на сьогоднішній день більше навчити їх контролювати тих, кого вони вибрали, до міських органів влади, після того, щоб вони виконували свої обіцянки, якщо говорити про Верховну Раду, то ті законопроекти, які вони носять, щоб це була не профанація, а ну, потім виключно дієвим апаратом закінчувалися ці закони. Про демократію по-миколаївськи поговоримо з нашим ранковим гостем. До нашої студії, студії «Нового дня», сьогодні завітав громадський діяч Денис Берешковський. Вітаємо вас! Доброго ранку! Як побачили сюжет, то наші журналісти створили невеличкий експеримент, запропонували миколаївцям дійсно створити якийсь законопроект для того, щоб він дійсно був впроваджений у життя. Але миколаївці виявилися не готовими. Першочергово хотілося б дізнатися, що наразі зараз є демократія, сучасне поняття.
Ну, мне трудно прокомментировать, потому что если бы меня вы остановили на Соборной, задали те же самые вопросы, возможно, я так же сам и не был бы готов ответить вам, потому что, ну, действительно, принятие законов для страны – это направление стратегическое нашей страны, и не каждый день, и не каждую минуту мы об этом думаем, сидя на кухне с супругой или с детьми, общаясь. Но, конечно же, каждый из нас, те люди, которые здравомыслящие, хотят движения Украины вперед, развития стабильного экономического, конечно же, мы думаем о том, что было бы лучше для нас. Вот. Но, допустим, на нашем региональном уровне формировать законы очень сложно, и идеи или подавать законопроекты. Но, по крайней мере, хотелось бы видеть ускорение фидбэка, диалога власти с обычными горожанами, да, подачи их сигналов там на обычные латки на дорогах, отсутствие мусорных баков, вот, там, очереди в садиках и так далее. Да? То есть быстрые реакции на какие-то криминальные вызовы, да, какие-то там торговля наркотиков, да, там, или еще какие-то места с этими сайтами, да, которые никак не могут побороть правоохранительные органы. Но эти вещи, они для нас ближе, и мы на них... Мы их видим каждый день, мы с ними сталкиваемся постоянно, начиная от маршруток, да, загрушенных, где мы наболели как... темы. Да, то есть это нас волнует, мы об этом говорим, и региональная власть обязана, должна, поэтому мы ее и выбрали, решать эти проблемы. То есть удобство, простоты, эффективности города для жизни. Ну а говорить о больших, там, да, каких-то стратегических законах очень сложно. Потому что должно быть для этого и профильное образование, и компетентная юридическая подготовка. Но в любом случае слышно, что каждый человек говорит о себе. Бухгалтер говорит за ставки налогообложения, владелец машины с литовскими номерами говорит о растаможке. И это все важно, это все нужно делать, потому что и бухгалтеру должно быть удобно работать, а 2,5 миллионам владельцев машин с иностранной регистрацией, для них должно быть решение этих проблем. Тогда они нашли какую-то лазейку в законодательстве, теперь государство столкнулось с этой проблемой. И они должны решить, власть, Верховная Рада должна найти такое решение, чтобы убирать острые углы, а находить и смягчать, находить компромиссные точки. Усі знають, що Україна – це демократична держава, а ось як у нашому місті можна відстоювати свої демократичні права на владу народу? Ну, самый простой пример – это если ты хочешь что-то изменить, приходи и добивайся. Найди ту дверь, в которую надо прийти. Вот. Конечно же, надо точно знать, чья ответственность решения данной проблемы. То есть, начиная, допустим, от очереди в садике, к кому надо прийти, да, то если там человек был в очереди, да, электронной, тут неожиданно он пропадает. Он должен знать, к кому он должен пойти, чтобы решить эту проблему. Вот. И вот действительно с уборки возле дома или отсутствия мусорных баков он должен знать, к кому пойти. Просто так легче всего там написать в Фейсбуке. И хотя это тоже инструмент, и многих людей, активных жителей, активное общество читают, и представители городской власти, и областной, и реагируют, могу вам это сказать на своем примере. Вот. Но я сам механизм понимаю, куда надо идти, но это тоже мне стоило определенного опыта, затраченных сил и времени, чтобы знать, что для решения такой проблемы мне нужно написать звернення в тот кабинет, прийти или подать его на того человека, который решает. И потом уже, я услышал, правильно сказал Константин Думенко, проконтролировать выполнение. Это очень важно. На простом примере. На Потемкинской у нас сейчас делается полгода ремонт рельсошпальной решетки. Вот я лично контролирую этот процесс. Я вам скажу, сама идея, это капитальный ремонт улицы Потемкинской, жизненно необходима. Но полгода делать 200 метров отрезка, это невозможно. И поверьте, жители этого района возмущены, потому что пройти с улицы на улицу по выкопанным, разбросанным булыжникам выкопанной улице очень сложно. То есть вот эту идею хорошую поддержала власть, что взяли сделать, но сама организация, конечно же, оставляет желать лучшего. А щодо того, які мають бути межі влади народу, тому що інколи люди забувають про те, що вони мають контролювати і допомагати владі вирішувати проблеми і беруть на себе дуже багато. Ну, это, во-первых, это очень важный вопрос, вы задаете, это культура.
культура. От нас от всех зависит, что мы несем, чего мы хотим. Мы не можем подменить власть, пока мы ей не являемся. Официально, то есть мы не являемся чиновниками, которые принимают решения. Мы можем советовать, можем рекомендовать, можем критиковать обоснованно, но переходить границы, то есть там действительно у нас, знаете, такое медленное, можно с иронией сказать, черепашье, но все-таки движение вперед. Надо набраться всем нам терпения, видеть и обращать внимание на хорошее, а если что-то не получается, конечно же, подталкивать. Но здраво, уважая оппонента, уважая власть, все равно нет ничего вечного. Ну, дай Бог, чтобы наша страна, наш город, они были богатыми и процветали. У нашому місті є багато людей з активною позицією, які відстоюють не тільки свої права, а й права миколаївців. Є люди, які навпаки вважають, що для того, щоб місто процвітало, необхідна просто сильна рука, яка зможе всіма керувати. Чому люди не обирають владу собі, а надають її іншим людям? Наверно, наша природна лінь на генному рівні. Мы передаем полномочия решения своей судьбы некоему идолу, некоему ангелу-спасителю. Это не так. То есть мы должны начинать себя со своей семьи, то есть с тех близких, с которыми мы общаемся, с формы нашего общения, с культурой общения, и все вокруг будет меняться. Да, кто-то идет быстрее, чем двигается город. Да, там, или также страна, город или страна – это огромный корабль, который очень тяжело повернуть куда-то и очень тяжело дать ускорение. Это все процесс, и он процесс длительный и, может быть, даже мучительно болезненный для этого движения. Но я могу сказать одно, что желаю, во-первых, всем терпения. И своими поступками мы каждый, как какие-то свечки, фонарики, лучи, можем показывать, что можно делать лучше вот так, и на каких-то конкретных примерах. Денисе, ви є яскравим прикладом того, як можна на власному прикладі змінити наше місто на краще. Хотілося б сьогодні проанонсувати акцію, яка тільки започатковується. Да, я вчора, ми готувалися к этому несколько місяців, изучали місто. Є пішохідний мост, наш понтонний мост, по набережній ми йдемо на Тимвод, в Соляные. Вот, и там где-то 2,5-3 километра нет ни одного места, где можно присесть, отдохнуть. Мы выбрали это место посередине этой дороги, буквально вот высчитали, нашли небольшое такое место озелененное. В дальнейшем надеемся, что это станет сквером. Вот, анонсировали такой флешмоб, то есть лавка для места, скамейка для города. И сейчас уже у нас есть 5 желающих установить скамейки с урночкой рядышком. Вот, мы сейчас в этом месте его облагородим, сделаем. Наши друзья дают нам саженцы, мы там посадим, разобьем цветочные клумбы. И на этом примере, вот, объединив этих чудесных всех людей, мы хотим показать, что мы можем делать все то, что нужно для города, быстро, то, что это востребовано. Я уверен, что это будет очень недорого, будет обязательно отчеты финансовые по этому поводу, и показать пример в хорошем смысле посыл для городских институтов власти, чтобы они были более чутки к нашим потребностям. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії, і напередодні Дня міста хотілося б від вас почути привітання до миколаївців. Однозначно хочу пожелати нашому городу, всім горожанам мудрості, оптимізму, всего самого лучшего и уделяйте больше внимания своим семьям, своим близким. С Днем города! Нагадую, що сьогодні до нас завітав громадський діяч Денис Барашковський.